Жамбылский регион укрепляет сотрудничество с Таласской областью Кыргызстана. Акимы соседних регионов обсудили вопросы в сферах торговли, туризма и сельского хозяйства. Из Жамбылской области планируют наладить поставку пшеницы, мучной и мясной продукции. В ответ из Таласского региона будут поставлять тепличные и ранние виды плодоовощной продукции. Главы двух регионов договорились и о бесперебойной подаче поливной воды для казахстанских сельхозтоваропроизводителей. Отмечу, Жамбылская область на 80% зависит от водных ресурсов соседнего Кыргызстана. По словам участников встречи, на ремонт Кировского водохранилища в прошлом году выделили 15 миллионов тенге. На эти средства заменили электрооборудование и выполнили бетонные работы. Для сотрудничества двух стран нет никакой преграды. Важно, чтобы каждый предприниматель, сельхозтоваропроизводитель устанавливал тесное взаимодействие. Необходимо создать такую среду, которая будет способствовать развитию товарооборота. Только доброжелательные отношения смогут вывести наши регионы на новый уровень развития.